Заместитель главы администрации Ольга Шашкова и депутат Совета депутатов Андрей Волков по поручению главы Дмитрия Жарикова провели встречу с членами Совета ветеранов поселка Кирпичный. В ходе мероприятия говорили о программе празднования Дня Победы в Серпухове, а также пригласили ветеранов на большой концерт, приуроченный к празднованию Дня Победы, который состоится в Государственном Кремлевском дворце. Билеты для делегации из Серпухова были предоставлены правительству Московской области после обращения Дмитрия Жарикова к губернатору. Автобусы для поездки в Москву также предоставит администрация городского округа.